Группа компании «Гавриш» предлагает сорт огурца «Ухажер». Это пчелоопыляемый сорт, он хорош для салатов и засолки. Среднепоздним, является до 60 дней от всходов до плодоношения, доходит. Предназначен для выращивания в пленочных теплицах. Значит, зеленец достигает длиной 20 см, а массой до 200 грамм. Преимущественно салатного назначения. Этот гибрид устойчив к корневым гнилям, настоящей мучнистой росе и вынослив к ложной мучнистой росе. Урожайность одного растения от 5 до 6 килограмм. 0878Б номер партии, количество семян 10 штук. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ровно 10 штук упаковки.